Итак, друзья мои, переступаем к созданию баса 808 в FL Studio. Для этого нам понадобится машина синтеза под названием Fruity Granulizer. Для того, чтобы Fruity Granulizer никак не влиял на само звучание, а нам не надо, чтобы он на него влиял, нам нужно просто, чтобы мы могли спокойно менять ноты, играться с ними в пиано-роли. Для этого мы открываем сэмпл через Fruity Granulizer и сразу же в нем же атаку поднимаем до самого верха. Теперь трек не будет раскалываться на вот эти мелкие песчинки, которые называются grains, и он не будет совершенно никак затронут. И сэмпл остается в оригинальном своем виде. Теперь поговорим о минусах этого звука. В чем минусы баса 808 в изначальном варианте? Не хватает, конечно же, где-то середины. Очень продавленный звук, он отличный на низких частотах, но середины не хватает. Для этого нам нужен дисторшн, нужно прибавить немножечко искажения. И ничего не может быть здесь лучше, чем просто добавить немножко Fruity Wave Shaper. Или если вы пользуетесь какими-то другими дисторшнами, то можете добавить какой-нибудь другой дисторшн. Но я покажу, как я это делаю. Момент. Нарисуем самую простую мелодию. Теперь добавляем сам кик на отдельную дорожку эффектов и бросаем сюда Fruity Wave Shaper. Я здесь уже это сделал несколько заранее, проверил все. Итак, как же это будет звучать? Здесь у нас есть волна, мы ее слегка выгибаем и посмотрим, как поменяется эффект. Итак, мы слышим, что бас становится плотнее в середине, кроме того, он становится, естественно, громче. Здесь есть несколько вариантов, как поиграться, вы можете выбрать самый удобный для себя, но я бы сделал примерно так. Вот, теперь кик становится действительно басом, и уже вот такой вот именно вариант баса, я думаю, вы нередко слышите либо в трэпе, либо в том же драм-н-бейсе. В общем-то, нередкое явление. И сейчас у нас есть все для того, чтобы продолжать работать с басом. Основу мы организовали. Итак, значит, что лежит в основе? В основе лежит, естественно, дисторшн, потому что кик 808 не обладает достаточно мощной характеристикой в средних частотах. Он глуховат. И поэтому нам нужно добавить немножко искажения. И оно, естественно, по всем фронтам добавляет плотности и мощности. Вот мы и добились ее немножечко здесь. Теперь нам нужно создать движение в звуке. Как же мы это сделаем самым простым способом и так, чтобы это, скажем, было интересно? Ну, поскольку у нас уже готов бас, приконнектился он, скажем так, к первой дорожке эффекта, то мы просто его клонируем. Клонируем ту же самую ноту. И возьмем, опустим на одну нотку ниже. Посмотрим, как это будет звучать. Так, ну, как вы видите, даже особо непонятно, что ноты, они, скажем так, не идут друг за другом. Точнее, что ноты, они разные. По сути, просто меняется фаза, она несколько сдвигается, и мы слышим одну ноту вместо двух. Да, то есть, если бы мы открыли какой-нибудь FL Case, например, и попытались бы сделать фортепиано на двух разных нотах, то у нас получился бы кошмарный эффект. Что касается баса, то под влиянием дисторшна он просто, скажем, начинает рандомно модулироваться, и вот эта вот разница в одну ноту, она незаметна абсолютно. Звук просто становится тяжелее. Искажение у нас здесь очень плотное, можно сделать его немножко поменьше, чтобы... Все-таки мы не нейрофанк делаем, а ликвид.
Итак, у нас есть основа. Сейчас мы попробуем немножко поиграться с нотами для того, чтобы посмотреть, достаточно ли глубокая модуляция в фазе. Обратите внимание, о чем я говорю. Именно вот эти вот колебания громкости, они создаются тем, что фазы накладываются друг на друга, частоты переплетаются и искажаются, и получается такой эффект небольшой модуляции громкости. То есть в оригинальном звуке этого нету. Обратите внимание, у нас просто статично играет бас. Когда мы добавляем его копию, клонируем, добавляем нотку немножечко ниже той ноты, которая у нас в первом басе, здесь у нас A, то здесь у нас нота G4. Или, например, попробуем вот так. То есть здесь у нас D5, а здесь будет C5. Вот, в принципе, и основа. Теперь нам нужно создать какой-нибудь интересный эффект. Каким интересным эффектом можно дополнить самый обычный бас 808? Одним из таких интересных эффектов является эффект расстраивания ноты. То есть, как он проще известен, Detune. Есть такой замечательный плагин, который называется MDA Detune. Причем, насколько я помню, он в бесплатном формате существует. Он очень неплохо расстраивает ноту, если, например, в самом плагине не существует такой опции. Так, например, в Fruity Granulizer она отсутствует. Есть какие-то эффекты по паноматике, но это не совсем то. По своей сути, расстраивание ноты в таком басе это что-то вроде стереорасширение, но не совсем, скажем, оно немножечко напоминает расширение звука, то есть как будто бы делает его жирнее, но при этом, как мы видим здесь, режим стерео выстроен на моно, поэтому на самом деле это всего лишь акустический эффект. Итак, посмотрим, какая разница. Вот такой несколько кислотный эффект, как будто бы звук становится шире. На самом деле в данный момент звук наш находится в режиме моно. Расширить его можно, и стоит это делать очень аккуратно, потому что вот этот вот Detune плагин, который я здесь применяю, он расширяет очень сильно и достаточно мощно. Можно, конечно, понизить характеристики немножечко, чуть-чуть меньше сделать latency. Detune это, собственно, насколько сама нота отходит от оригинальной ноты, то есть насколько она расстраивается. Микс это количество процентов, то есть с какой громкостью этот эффект действует на звук в миксе. Output это общая громкость звука, то есть просто можно сказать, что это примерно то же самое, что вот эта ручка громкости здесь. Latency это, скажем, задержка, то есть насколько нота, которую мы расстроили, задерживается по отношению к оригинальной. Все это выстраивается индивидуально. У меня почему-то этот плагин слегка глючит, поэтому эффекты вступают в действие только после того, как я его закрываю и открываю. Данный вариант я считаю оптимальным. Можно теперь расширить немножечко стерео для того, чтобы сам звук стал действительно шире. Но делать это стоит очень аккуратно. То есть, если вы наблюдаете сейчас в левый верх моего монитора, вот сюда, то вы увидите, что я совершенно не сильно дергаю ручку в направлении стерео. Но, тем не менее, эффект очень сильный. Слушаем. Дальше я не знаю, я бы не стал дальше двигать. Это, конечно, индивидуально, зависит от того, как вы подкрутили звук, насколько он плотный, но я хочу вам напомнить, что чем дальше вы уходите в стерео, работая с басом, тем менее он плотный. Потому что мы стараемся все-таки сохранить плотность. Есть несколько вариантов выхода из этой ситуации. Первый выход это сделать таким образом, как я. Это самый простой выход, то есть взять две дорожки, как вот мы их обработали, и на них повесить эффект Detune и немножечко раздвинуть стерео.
если мы хотим сделать звук шире, но при этом нам кажется, что мы достигли, скажем так, предела, он уже недостаточно плотный, если, например, мы хотим его сделать, ну вот, допустим, вот очень хочется вот сделать так, то в таком случае я рекомендую разделять звук на две дорожки эффектов. Таким образом мы сделаем вот так. Мы еще раз клонируем 808 кик, добавим его на отдельную дорожку эффектов. Это будет вторая дорожка. Сейчас я название поменяю, чтобы вы не путались. Копируем те же самые ноты. Возьмем Fruity Shaper, выставим его в тот же режим. Срежем низы, чтобы он не конфликтовал с нашим нижним басом. И теперь мы добавим детину ровно столько, сколько мы хотим. Может быть эффект любой ширины, любого размаха. Даже вот так. И он абсолютно никак не повлияет на наш бас, потому что бас остается басом. Он остается низким и плотным. В этом звучать все будет это как один звук, но при этом это различные слои, отдельные. И вот этот вот кусок баса, который мы расширили, здесь выступает скорее в роли синтезатора басового. Я это называю bass supporting synth, то есть звук, сопровождающий бас. Таким образом мы добились еще большего стереоэффекта, но я не считаю, что в этом есть смысл. Вполне достаточно сохранить две основные дорожки. Вот они у нас, приклеены к первой дорожке эффектов, как мы видим. Открываем Detune. И, пожалуйста, мы получаем тот эффект, которого, в принципе, пытаются добиться многие продюсеры, сделать бас плотным и одновременно широким. Сразу после того, как мы это сделали, есть несколько вариантов. Либо можно оставить бас таким, какой он есть, и продолжить с ним работать. Сейчас мы продемонстрируем это. То есть, предположим, мелодия в треке была бы такая. Опять же, во втором синте мы делаем не точную копию нот, а на одну ниже, да? Чтобы добиться модуляции интересной. Можно работать дальше с басом именно так. Есть еще один вариант, как создать модуляцию интересную в басу. Это не за счет фаз. Мы удалили, я сейчас как показываю, я вот удалил второй наш бас, сохранил лишь оригинал. И делается это через LFO. Сейчас я покажу как. Открываем трек и дергаем ручку громкости. Ну, не обязательно так, можно просто один раз. Дальше через Tools мы заходим в Last Tweaked, то есть последняя крученная ручка. И Edit Events. Здесь вот в гаечном ключе, то есть в разделе Tools, мы находим LFO и, ну, допустим, нажмем сейчас Play, да, послушаем, как будет звучать. Создаем такую искусственную модуляцию. Итак, сейчас попробуем сделать ее интереснее. Вот мы ее сделали. И теперь как нам сделать ее более интересной? Для этого нам понадобится такой замечательный сэмплер, как Contact 5 от Native Instruments. Если у вас его еще нету, то очень советую приобрести.
Готовый звук, специально я сделал ноту подлиннее, потому что мы его будем рендерить отдельно в WAV-файл. Через файл, экспорт, рендер. Ну и, допустим, назовем его Tutorial Bass 2. Теперь берем этот самый бас и добавляем его методом drag and drop в наш сэмплер. Дело в том, что данные о модуляции он не сохраняет, контакт, и поэтому звук с каждой нотой растягивается. И сейчас мы получим совершенно рандомную интересную модуляцию. Так, громкости прибавим. Как мы видим, чем выше звук, чем выше нота, тем сильнее модуляция. Это еще один из приемов. Можно заканчивать работу с басом, добавляя различные эффекты. То есть, например, я бы сделал что-нибудь вот такое, если бы делал подобный бас. Такой вот интересный эффект. Как вы обратили внимание, я во многом сделал его на рандом. Тут уже как бы тут то, чем я сейчас занимаюсь, это очень индивидуально, поэтому я ничего вам не рассказал. Просто добавляем немножко мощности, немножко вейвшейпера. Эквалайзером убрал середины. Ну а в эквалайзинге у нас будет отдельная часть, поэтому к этому я перейду в следующих частях. Ну, примерно так делается бас 808. Естественно, есть еще варианты. Я позже в других видеороликах, посвященных разделу Bassline, буду приглашать... да, внимание, спойл. Я приглашу некоторых артистов, которые покажут, как они работают с басами, поэтому вам всем будет интересно. Вот такая у нас басуха сегодня вышла. Спасибо всем за внимание. В следующей части мы разберем Warm Bass. Это глубокий и теплый бас для ликвида, который используется в наше время чаще всего. Если бас 808 все же уже относится к несколько устаревшим и классическим вариантам, то Warm Bassline – это, скажем, наверное, один из самых используемых видов баса в Liquid Drum & Bass. И как он подогревается, и как он делается, я все объясню очень скоро в новом видеоролике. А на данный момент всем спасибо за внимание и пока!